Привет любителям страшных игр, меня по-прежнему зовут Брейн, и это у нас последний 7-й день финальной серии по игрушке Франциско, или Франческо, как мы еще называли. Такая злополучная девчонка, которая очень хочет с нами поиграть, пока наши родители куда-то нахрен уехали, в Мексику, по-моему, если не ошибаюсь. И весь дом, огромный частный дом, в нашем с вами распоряжении. Надо прятаться, ставить камеры, но на 6-м мне уже камер в принципе не было для того, чтобы через планшет мониторить, где перемещается привидение. А что будет в 7-м? Не, давайте посмотрим. What the fuck? Может, не надо было этого делать? Вот скажи мне, пожалуйста, а... О, как все плохо. Мне кажется, что обесточен тупо, наверное, весь дом, нет? О, ребят, вот о чем я, собственно, и говорил. Электричества дома уже нет, поэтому спрятаться просто негде. Так, ладненько. Камер у нас тоже нет, а от планшета толку вообще никакого. Так, ладненько. Я предлагаю поискать, где у нас подарок находится. А в гараже свет есть, на удивление. Подарочек. Окей. Побежали, посмотрим, как тут у нас дела. Чувак, я бы на твоем месте просто бы взял тачку и нахер уехал бы к знакомым, если они у вас есть, конечно. Так, спокойно заходим. Как думаешь, здесь подарок у нас? Это что такое лежит у нас? Это нам не надо. Молоток подсвечен, но взаимодействия с ним по-прежнему никакого нету, вы. Так, деваха, ты где там вообще делась? Окей, тут у нас все чисто, погнали искать тогда дома, где-то лежит подарок. Я хер знает, где он может быть. А в какую из комнатушек, куда его там могли поставить? Фонарика как такового тут тоже нет. Нет, не работает ни хера. Ух, ладно, давай смотреть, может быть и найдем в такой кромешной тьме хоть что-нибудь полезное. Так, погнали на второй этаж, может быть на втором этаже что-то есть. Ау, люди! Есть кто живой вообще? Вот скажи мне, пожалуйста, где искать этот чертов подарок? Я не вижу отсюда уже ничего. Может, где-нибудь здесь? Подарочек? Подарочек, ты где? Ах, боже. Чтобы она пришла, то есть мне нужно еще... О, вот ты где, японая мать! Побежали! Бегом! Хотя нет, подожди. Я могу здесь зашкириться. Я могу временно переждать, наверное, здесь. А потом я буду бежать либо в гараж, либо в ванную комнату. Ванная комната, я для себя открыл такой читерский прием, как можно это пройти. В ванной комнате, если аккуратно в углу встать, в принципе, она вас никогда не поймает ни на каком из дней. Я, может быть, покажу в этот раз, как оно работает, если, конечно, получится. Так, ждем, друзья мои, ждем. Планшет можно в себе в жопу засунуть. О, нет, не надо нам криков, не надо нас пугать. Блядь, она здесь! Она точно здесь! Я тебе говорю, я тебе просто зуб даю на отсечение! Она здесь, блядь, она орёт уже тут! Тихо. Пошла! Фу! Уходи! Уходи! Пожалуйста. Не надо! Не надо! Просто не смотри на нее, Олежа! Просто не смотри! 4 минуты! Здесь как-то неуютно ни хера! Да, если бы ты был чуваком из Аутласта, ты бы, наверное, не такие тут дифирамбы пел. Так, чаёк, я успею попить чаю? Тихо. Я чуть, блядь, не поперхнулся. Так, спокойно. Держимся, бро. Держимся. Не ссы, братан. Хорошо, хоть лужи возле меня нет. Она бы, может, по санине бы как-то нашла меня. Вот было бы забавно. Я знаю, что у кого есть собаки-кошки, особенно кошачья санина, господи, бля, как же оно воняет и как оно привлекает других котов или кошек. Это просто какая-то жесть. Ну, я думаю, что кошатники и кошатницы меня прекрасно поймут. Братва, сидим. Сидим, пока... О, она где-то тут! Не рыпаемся, просто сидим. Это последний день. Самая сложная 7-я ночь. Как в Five Nights, там 5 ночей у нас, Фредди. А тут 7 ночей. Да, это как один дома прямо. Тихо, 3 минуты. Это кажется всего лишь, что 3 минуты ты смотришь, и никаких вопросов, проблем. А ты попробуй побегать в темноте, в кромешной здесь по дому. Так, ну вроде пока спокойно. О, не надо! Нет! Это я зря сделал. Это я, походу, очень-очень зря сделал. Она где-то там. Она тут где-то! Тихо, сиди, не рыпайся. Ей, если ты включаешь свет, она знает, в какой ты комнате. Она будет в нее часто заходить, пока не начнет, собственно, искать тебя, где ты там засел. Так. Оп. Проветриваем, хули. Думаете, так просто сидеть тут и это самое, не пугаться? Вот такие вот дела у нас. Так, давай аккуратно, сидим. 2 минуты.
типа, это должно быть очень сложно. Так. Спокойно. Чё, Франциско, как-то я смотрю, камеры можно и не ставить, даже было. Если мы так еще 2 минуты продержимся, будет просто идеально. Где-то ворчит. Где ты, блядь, не надо? Не надо, пожалуйста, я тебя прошу. Я тебя прошу, я умоляю тебя просто, не иди сюда. Ты сама вырубила свет во всем доме, кроме гаража. 22, 23, где-то от 30 и выше уже начинаешь, в принципе, закрывать свои глазенки, чтобы как-нибудь попуститься, чтобы не было разрыва сердца. Так, готово, 35, она, по-моему, здесь уже. Если так быстро повышается, то она уже точно в этой комнате. Спокойно, ребят, минута 40. Минута 40! Держимся, 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 держимся. Нормально, все нормально. Наша Франциска может открывать двери, в принципе, это для нее нормальная практика. Хотя, в принципе, любой дух, как мы с вами знаем, они могут проходить сквозь любые вещи. Здесь она открывает это дело. Если бы она здесь появлялась внезапно, я бы тут, наверное, уже такую личину бы отложил. Так, держимся. Ну, если вы называете это самым сложным 7-м днем, то я, блядь, наверное, не знаю, принцесса Диана. Что происходит? Что он там бегает, ходит? Ладно, подождем. Я вам покажу, если мы так тупо просидим всю ночь, я вам покажу вариант, как можно пройти очень быстро любой день. Так, сиди, братиш, сиди. Надо всего лишь продержаться 5 минут. 5 гребаных минут. Тихо, закрывай. Даже открытие двери как-то, я смотрю, не особо ни на что влияет. Так, еще раз. Сидим, 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 сидим. Готово. Та-та-та. Здесь можно было бы какой-нибудь столик поставить или с другом прятаться. Было бы, кстати, классно сделать в этой игре кооператив. То есть ваш товарищ прячется в одном месте, вы прячетесь в другом месте, и как бы, как в Рации и Форесте, можно было бы переговариваться. Я успею еще чай попить. Нормально, чай заряд бодрости. 20 секунд, но это не серьезно. Оп, я слышу тебя, красавица моя. Твои крики ласкают мои бренные уши. Так, давай, 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 попара. Проветрим, хули тут воняет пока. Проветрили, отлично. 8 секунд, ну это победа. Это тупо чистая победа, но она неинтересная. Тупо сидишь в одном месте, это никому не интересно. Друзья мои, это был последний 7-й день, как я понял. Во, она! О, открыла, открыла! Блять, она открыла дверь в последнюю секунду! И у меня тупо начала полоска внизу заполняться, вы это прекрасно видели. О, да. Изумительно. И что дальше? Все, получается, больше ничего у нас нет? Ну, это не смешно. Хорошо, берем еще раз 7-й день, и я вам покажу то, о чем я, собственно, говорил. Сейчас свет у нас погаснет. Вот так вот оно у нас работает. А, насколько я помню, нам нужна вот эта вот комната. Я в ней прятался, помню. И, по-моему, на видео даже мы единожды сами это дело прошли. Сейчас я вам расскажу маленький лайфхак, как обращаться с этой прекрасной девчушкой. По-моему, тут у нас, да? Так, смотри, хоп-хоп, забираем подарочек. Что там было внизу у нас? А, это переключатели видны. Тихо, 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 тихо. Бегом, нахер, бегом. Оп, дверь закрываем. Можно здесь сидеть, допустим, вот в этом углу или вот в этом углу. Разницы особо никакой нет, но я предпочитаю именно вот тут вот зашкериться. Сейчас я вам покажу, что будет происходить. Да, она будет ходить, она будет кричать, у нее будет сперматоксикоз происходить. Да-да-да-да-да, девчушечка моя, конечно. Да, надо будет вызвать электрика. Надо будет вызвать электрика. Так, ну, работать будем, хули, а? Работать, я так понимаю, мы не хотим. Окей, все плохо у нас. Так, электрик, электрик, электрик. Где у нас электрик? Разблокируем. Так, сейчас наберем электрика. Так, надо вызов сделать. Алло. Алло, электрик, блядь. Тут какая-то девочка донимает меня. Пытается что-то со мной плохое сделать. Куда пойти? Куда-куда? Не-не-не-не-не-не. Так не кает, блядь. Так, это мне не нравится. Это неправильно. Это нихера неправильно. Так, ребят, вон там есть туалет, может быть, к туалету подбежать. Слушай, ну это несерьезно. Либо игра. Оп! Я слышу, я хочу просто понять, она сюда заходит. Она должна сюда заходить. Это обязательная комната, которую она посещает. О! Смотри, 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 смотри. А, стервочка, блядь, открыла дверь! Сейчас, что там? Пиздец, ты там?
Блин, чего даже нет? Просто закрываешь дверь и сидишь себе дальше. В этом вся тактика. В других комнатах дело в том, что вы нигде так особо, наверное, не спрячетесь. То есть она будет в любом случае заходить, но мы можем эту теорию проверить. Здесь 100%, если вы проходите игру, здесь можно шкериться. Но, по сути, можно и камеры даже не ставить. Сейчас она опять сюда зайдет и попробует открыть дверь. Но в саму комнату, в саму ванную комнату она не заходит почему-то. Я так понимаю, что разработчику все-таки стоит немножко обновить свою игру и сделать... Чтобы Франциска могла лазить везде, допустим, заходить сюда и пугать вас. Вот, она где-то, получается, в прихожей, видимо, возле гаража, где она обычно и обитает. Так, 46%. Вырубаем это дело. Так, спробуем. Пробуем. Давай. 19. Так, чудненько. Свет у нас по-прежнему не работает. Я так понимаю, что, может быть, его и можно где-то включить, но хер его знает. Так. Воу, смотри. О, дверь открылась. О, блядь, она тут! Она здесь! Ёбаный стенд! Она тут! О, бегом! Я пошутил! Это не работает! Нихера! Прячься! Бля, придурок! О, Олежкины лайфхаки! Да-да-да! Конечно! Все нормально! Я еще угораю, главное. Да, разработчику надо сделать, обновить. Угу. Хорошо, еще разок. Давайте поугараем дальше. Веселиться так веселиться. А хули, как говорится, нам пули, да? Мы в кладовке ни разу с вами не сидели. Вот, кладовая. Многие... Ой, пардон. Пардон. Так, побежали наверх. Побежали. Сейчас мы с вами возьмем... Еще раз под... Нет, не сюда, вот сюда. Возьмем подарок и пойдем посидим в кладовой. Чипоньк! Давай, быстрее, падла! Быстро! Бегом, кладовочка! Закрывай ебучую дверь! Придурок, блядь! А, хер ты тут спрячешься, если она открывает дверь, а в какую сторону? Блядь, не в ту, куда надо. Ладно, хорошо. Куда мне бежать, если она открывает эту сраную дверь? Вот скажи мне! 67%, нихера себе. Так, спокойно. Спокойненько, ребятки. Ждем. Сука, даже не смей открывать ничего. Если что, сразу бежим наверх. Но я нихера не вижу, просто вырви глаз. Можно на улицу. Можно вариант, кстати, либо на улицу, либо на второй этаж. Блять, она справа, я слышу, как она орёт. Блять, тихо, ребзя, спокойно. Кладовка пустая, видимо, не успели родители еще обосноваться здесь. Слушай, классное место, тут можно кучу хлама сложить, чтобы не валялся у тебя дома. Это офигенно классная тема, меня в детстве пугали бабайками, домовыми. Хотя говорят, что домовые ребята, типа, они как бы вроде хорошие по своей натуре. Давай, закрой глаза, сука. Так, глазки свои ты закрой. Сидим, ребят, пока что. Она придет, я знаю. Это тебе не хатика, ждать она тебя не будет. Она просто придет и вломит тебя, блядь, под первый номер. Она уже здесь. Сейчас дверь открывается, и Олеже надо куда-то бежать. А куда? Куда мне бежать? Сломя голову. Так, сидим пока в кладовке. Сидим в кладовочке. О, не надо, нет, пошли завывания. Я не знаю, она ли их издает, потому что это больше похоже на какие-то, как волки воют, что ли. О, ёб твою мать, 53. Очень быстро, в этот момент, когда идет завывание, ваша задача находиться там, где темно, и можно закрыть свои гребаные глаза. Иначе вы просто сложаете. Так, готово, 2.50. Тихо, нахер. Она может сейчас открыть. Она может дверь открыть сейчас. Или нет. Или да. Она ходит в ту комнату налево. Она ходит в туалет, в ванную комнату. Она ходит на второй этаж, в гараж. И обычно, чаще всего, она бывает в прихожей. Хуй, блядь. Ладно, ребятки. Ждем, собственно. 2 минуты. В кладовке в этой, насколько я помню, мы с вами вроде ни разу не ждали. То есть, мы, по-моему, сюда даже особо не забегали. Так, давай, родной. Закрывай свои глаза. Уровень страха, да? То есть она, по сути, не бьет тебя. Никакого урона не наносит, но ты просто ее боишься. Может, ты маленький мальчик. Так, давай.
Главное, чтобы у нашего героя не было клаустрофобии, потому что помещение... Тихо! Тихо! Где я, блядь? А, о, нормально. Тихо! Двери здесь как-то странно закрываются. А прикинь, если она услышала? Если она реально слышит, где вы сейчас закрыли эту сраную дверь? Ёб твою. Минута 25. Готовься. Сейчас может нагрянуть. А может не нагрянуть. А черт его знает. Алгоритм срабатывания ее походов здесь вообще рандомный. То есть... 36. Так, где-то 35-36, учитывая, что это последний день, который надо выжить, очень быстро страх у нас повышается. Раньше, на первых левелах, я обычно до 50 доживал. Потом уже сбрасывал. Где ты, мразь, твою мать? Так, если я так отойду... Дверь, если бы открывалась внутрь, мне было бы проще. То есть она бы меня прибила, и я бы смог здесь находиться, и она бы меня здесь задамажила. Мне даже интересно стало, откроет она дверь или не откроет. Да, планшет можно в жопу себе засунуть. Может, в Angry Birds? Может, в картишки? Может, партиечку в паука или в пасьянс? 43, тихо. Шутки шутками, но сейчас можно реально сложать. 30 гребаных секунд осталось. Так, давай. Ну купи планшет, ёба. Слушай, а может ей впарить? Отличный коммерсант бы получился. Так, давай еще немного. 10 секунд. Как мы знаем, об... Тихо! Это не я уже открыл! Это не я! Закрывай! Закрывай нахер! Ну купи планшет, бич! Купи! Где ты, ёба? Купи планшет! Да, покупать у нас явно никто ничего не хочет. Итого мы прошли с вами в кладовке, где обычно не проходили. Ну, вот так вот, в принципе, у нас и заканчивается эта игра. Никаких заставок, родители, как я понял, не возвращаются. Ну, нам, по крайней мере, об этом ничего не говорят и не показывают. В неведении все происходит, и, в принципе, пока, на данном этапе, я думаю, что до новых левелов и обновлений с Франциской можно попрощаться. Спасибо, что переживали, смотрели и были все это время вместе со мной. Не забывайте подписываться и лайки ставить. Всего хорошего. Пока-пока.